45-летний Атар Кушанашвили восьмой раз станет папой. В семье шоумена Атара Кушанашвили ожидается пополнение. Его супруга родит ему пятого сына. В семье многодетного отца Атара Кушанашвили ожидается пополнение. Его гражданская супруга Ольга беременна третьим ребенком и в июне 2016 года подарит любимому сына. Для 45-летнего шоумена это станет уже восьмой ребенок. В эти свирепые времена я решился на еще одного карапуза. Только они делают меня сильнее. Спасаю демографию. Да здравствует цифра 8, рассказал Атар. Сейчас Атар и Ольга воспитывают двоих общих детей – Данила и Алину. Также у Кушанашвили есть трое детей от первого брака с женой Марией – дочь Дарья и сыновья Георгий и Николас. И двое детей от отношений с Ириной Киселевой – Элина и Федор.